Всем привет, уважаемые любители футбола, с вами Дмитрий Марухин. Сегодня мы поговорим о заключительном туре первого круга первой лиги ХФЛ, а именно о 13-м туре. Первая встреча Самсон 2 против UBF. Я буду являться участником данной встречи. По традиции я, конечно, надеюсь, что команда, которую я представляю, выиграет в этом матче. И, ну, есть некоторые основания, потому что наша команда пока идет в лидирующей пятерке, а вот UBF в замыкающей пятерке. Поэтому, ну, мы так практически противоположно находимся в турнирной таблице, набрали больше очков. Ну, я надеюсь, что все-таки это поможет нам в определенной мере выиграть в этой игре. Но, тем не менее, я абсолютно не рассчитываю на легкую игру и знаю, что UBF с лидерами играют достаточно неплохо, они собирают обычно хороший состав, да и моральный настрой у них тоже на высоком уровне. Ну, посмотрим, что из этого получится, прогноз счета делать на эту игру не буду точно. Во втором матче Валеска принимает Интер. Центральный матч тура, играет вторая и третья команды, и причем, если Интер Киев в этой игре победит, то эти команды поменяются местами. Так что, ну, здесь на кону высокие очень ставки, и очень тяжело предположить, кто действительно окажется победителем в этом матче. Наверное, предпочтительнее выглядят шансы Валески, потому что они играют дома, играют на поле, к которому они привыкли, и, ну, домашнее поле — это всегда какое-то определенное преимущество для принимающей команды. Ну и Интер тоже команда очень сильная и любящая играть на ровных полях, коим является поле Валески, хотя оно, конечно, по размерам немножко не соответствует стандартам, но тем не менее. Интер, я думаю, даст достаточно серьезный бой Валески, и мне в этом матче безумно тяжело предсказать фаворита. Ну, наверное, я бы даже поставил на ничью в силу того, что просто команды очень сильные, и отдавать преимущество какой-то из них я просто, ну, я не могу. В третьем матче встречаются команды, точнее, должны были бы встретиться Легенда 2 и Духовное Возрождение, но, как известно, Легенда 2 снялась с розыгрыша чемпионата этого, поэтому матч не состоится, и Духовное Возрождение получит свои заслуженные 3 очка. Четвертый матч — СНВ ФК Подол. После встречи Валески и Интера это второй матч тура, то есть тут встречаются тоже команды из первой пятерки, первая и пятая. СНВ только недавно забрался на пятую позицию, Подол только недавно вернул себе первое место. Я думаю, встреча будет очень интересной. Обе команды играют в атакующий футбол. Поэтому можно предположить, что голы будут забиты, и голов будет забито много. В составе СНВ выступает один из лучших голеадоров нынешнего чемпионата — Гусев, который забил уже 10 мячей. В составе Подола там 2 или 3 игрока забили, по-моему, 8-7 мячей, если я не ошибаюсь. Хотя, конечно, там где-то могу еще заблуждаться, но они в любом случае в первой десятке, там бомбардиров есть 2 игрока Подола. Поэтому, ну, здесь гарантированно будут забиты мячи, и думаю, что там 3-4 мяча будут забиты. А по поводу фаворитов, ну, наверное, все-таки Подол, потому как команда идет на первом месте, и пока она потеряла очки только в одном матче, всех остальных они побеждали. Я думаю, что в этом матче они также победят. А счет, наверное, ну, не знаю, что-то подобное 4-2 в пользу Подола. Следующий матч тура — Ливерпуль-Киев-Инфо. Здесь, наверное, шансы Ливерпуля более предпочтительны. Команда в последнее время начала выигрывать. Ну, для меня, в общем-то, это стало небольшой такой неожиданностью. Потому как начали они чемпионат не очень вроде как уверенно, ну, там была победа, я помню, с большим счетом, но потом как-то они так немножко начали выступать похуже. Но сейчас они снова набрали ход, они уже, наверное, на 7-й позиции чемпионата, к сожалению, нет перед лицом турнирной таблицы, но, по-моему, они на 7-м. А вот Киев-Инфо сейчас находится рядом с зоной вылета, там буквально одно очко,
Поэтому, ну, здесь Ливерпуль выступает в роли фаворита. Но, тем не менее, мы все знаем, что Киев Инфо умеет преподносить сенсации. Они уже неоднократно в этом сезоне подобное делали. Поэтому, ну, их со счетов списывать точно не будем. Но все же я бы поставил на победу Ливерпуля со счетом 3-1. Предпоследний матч тура Galaxy против Чайки. В прошлом туре Чайка проиграла с разгромным счетом, и там, насколько я знаю, были определенные проблемы с составом. И, ну, поэтому делать прогноз какой-то на вот этот матч уже становится тяжелее. Чайка как-то очень нестабильно в этом сезоне выступает. То они выигрывали там с большим счетом, причем не у самых слабых команд, то они проигрывали с разгромнейшим счетом, ну, середнякам, скажем так. Поэтому, ну, тяжело предсказывать матч этой команды. Ну а Galaxy начал очень так резво, отобрав очки у СНВ в первой своей игре, потом там дал бой лидерам Самсону и Валеске, которые на тот момент занимали второе-третье место. Но дальше как-то у команды, по-моему, немножко не заладилось. Там, по-моему, не набирали очки, если я не ошибаюсь, в одной игре они выиграли, но... Нет, не выиграли они больше игр, вспомнил. Вот. Все поражения, и как-то вот, ну, то ли ребята разуверились в своих силах, то ли, ну, что-то надломилось в них после двух матчей или трех, которых они должны были выигрывать, но в итоге проиграли. Ну и сейчас они выступают не очень уверенно, находятся в зоне вылета. Но я думаю, что вот если не в этой игре, то когда вот уже делать какой-то перелом и начинать побеждать. И учитывая то, что эта игра для них домашняя, я думаю, что все-таки, ну, шансы у них определенные есть на победу в этом матче. Хотя, конечно, если же Чайка выступит в сильнейшем составе, я думаю, что у Galaxy будет немного шансов на победу в этом матче. Но так как я вижу фаворитом именно Galaxy, я поставлю на их победу со счетом 2-1. И заключительный матч тура Каштан-Боруссия. До недавних пор, возможно, этот матч был бы очень интересным и таким достаточно непредсказуемым, но, учитывая события последних туров, видя, как Каштан выступает, то здесь двух мнений быть не может. Боруссия однозначный фаворит в этом матче. Каштан проставил приоритеты, для них важны игры на город, плюс теперь добавил еще высшая лига ХФЛ, где они выступают с вторым составом. То есть получается, что первая лига для них третья по значимости. И, соответственно, и сбор на эту игру, и состав, который приезжает, он, ну, не соответствует, наверное, ожиданиям от названия команды «Каштан». Поэтому, ну, я считаю, что Боруссия в этой игре, даже несмотря на статус команды выездной, победит достаточно уверенно в этой игре и забьет, наверное, там 3-4 гола. Каштан, ну, если наберется у них полный состав, все 11 человек, то, наверное, 1-2 гола они смогут забить, но не более. Если же, как вот там 2-3 тура назад они соберутся неполным составом, то вряд ли они смогут забить, да еще и пропустят там 5-10 мячей. Ну, так вот, на скидку, я думаю, что счет будет 4-1. В пользу Боруссии. Это был анонс 13-го тура чемпионата ХФЛ. Всем удачи, поменьше травм. До встречи на футбольных полях.